О спорте. Орловчанки стали призерами общероссийского боксерского турнира «Память». Кандидатские соревнования класса «Б» проходили во Владимире. Нашу область представили две спортсменки. Домой в «Орел» Иоланта Чернова привезла золото. В двух поединках орловчанка имела преимущество. Хороший рост сыграл на руку в главной встрече. Чернова победила хозяйку ринга с преимуществом в 3 балла. Бой прошел намного лучше, чем уже полуфинал. Ну, то есть, как бы было время подготовиться, разогрелась и, естественно, в финале сделала владимирскую девочку. Финальный бой Татьяны Хорошиловой судьи завершили досрочно ввиду травмированности спортсменки. Рефери перестраховались и остановили встречу. Чуть-чуть не хватило силенок мне. Обидно из-за того, что просто сняли. Так бы, может быть, в 4-м раунде я осилила.